К другим темам. Ушли в онлайн. Известные сибирские ученые сегодня читали лекции по химии, физике и информатике. В областном центре стартовал фестиваль «Наука 0+», впервые в дистанционном формате. Сегодня день – это химия и технологии, поэтому и вузы, и научные организации, даже промышленные предприятия сегодня примут в рамках этого марафона посетителей в формате онлайн. Все размещается на сайте, там же идут трансляции, эти трансляции сохраняются, и те, кто не успеет посмотреть в онлайне, можно присоединиться и посмотреть позже, все файлы сохранятся, и на выходных праздниках можно это посмотреть будет. Фестиваль продлится 12 дней. В программе обсуждение актуальных научных тем на дискуссионных площадках, а также экскурсии по учреждениям Академгородка, в том числе по лабораториям институтов теплофизики и химии твердого тела. Инженеры приоткроют завесу тайны своих исследований, покажут турбины, насосы, вакуумные камеры, на которых изучают процессы, происходящие в гидроэнергетике.